Взаимосвязь власти и общества в сфере культуры стала темой обсуждения секции. Финансирование культурных проектов, доступность культурных благ. В открытый диалог вступили представители органов власти, деятели культуры, ученые, общественность. Среди гостей, приехавших для работы на Первом Оренбургском региональном культурном форуме, секретарь общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». Национальная родительская ассоциация – эта тема очень важна и близка, поскольку именно семья является первым транслятором для детей вообще опыта культурного. А в Оренбурге эта тема еще усилена и тем, что региональное отделение одно из самых активных, наиболее интересно работающих. Один из проектов, реализуемых областным родительским комитетом, как раз и стал отличной демонстрацией взаимодействия общественности и власти. Программу куклотерапии поддержали сразу три министерства – культуры, образования и финансов. Это взаимодействие власти и общества в сфере культуры дало возможность представить проект куклотерапии на федеральном уровне. И мы вошли в десятку лучших проектов в России, социальных, инновационных, вот с проектом куклотерапии. Это, в свою очередь, позволило подать заявку на грант в поддержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И федеральный центр выделил солидную сумму на развитие культуры для детей в Оренбургской области. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.